Цвет лица будет зеленый. Мама, хочу куклу. Машенька, ну зачем тебе эта кукла? Ну, посмотри, она старая, рваная. Пойдем, я куплю тебе новую куклу. Красивую, пойдем. Тебе холодно? Кушать хочешь? И я хочу. Но у меня есть только последний маленький сухарик. На, возьми. Семенов! Ты попугая кормил? Да вроде нет. Кажется, не туда попали. Это редакция газеты. К тому же уже поздно. И таким маленьким девочкам, как вы, давно уже пора спать. Так мне нужно напечатать объявление в газете. Вам нужно сделать объявление? Ну тогда, конечно, другое дело. Пожалуйста, садитесь сюда. И скажите, какое объявление вы хотите сделать? Видите ли, я бы хотела продать куклу. Вы что, ее больше не любите? Нет, что вы. Я очень люблю Катюшу, но у меня мама больна, и ей нужно новое теплое одеяло. Раньше, когда папа был жив, мы жили хорошо, а потом стало очень плохо. Особенно, когда мама заболела. Вот я и подумала, что можно продать Катюшу. Посмотрите, какая она хорошенькая. Это папа подарил мне ее в прошлом году на Рождество. Я думаю, что та девочка, которая купит Катю, будет ее любить и беречь. Правда?